В Твери еще 3 месяца не будут штрафовать предпринимателей, которые до сих пор не привели в соответствие с требованиями дизайн-кода свои вывески, витрины и прочие информационные конструкции, хотя переходный период уже закончился. Срок моратория продлен из-за непростой эпидемиологической ситуации, тем более многие объекты потребительского рынка весной не работали. Подробности в нашем следующем материале. Год назад 7 магистральных улиц Твери стали пилотами для внедрения дизайн-кода. Тогда постановлением администрации города были определены единые требования к размещению информационных конструкций, принадлежащих магазинам и офисам. В том смысле, чтобы на здании эта вывеска не была нарочитой, она его не уничтожала архитектуру, чтобы она соответствовала по своему масштабу, масштабу самого объекта, фасаду здания. Здесь, в центре города, с момента принятия дизайн-кода появились новые, современные, а главное, отвечающие требованиям дизайн-кода вывески. Тех же, кто еще не успел привести информационные конструкции в надлежащий вид, пока штрафовать не будут. Люди находились на карантине, не могли работать, и мы понимаем, что действительно очень тяжело было правильно среагировать, то, что впереди ждала неизвестность. И мы призываем всех коммерсантов, всех владельцев кафе, магазинов внять нашему требованию, привести в соответствие информационные конструкции на своих объектах в соответствии с дизайн-кодом, который у нас принят. Мораторий на штрафы для предпринимателей продлится до середины января. Дополнительное время дано для того, чтобы они заменили габаритные разноцветные вывески на конструкции из отдельных букв или символов, гармонично смотрящиеся на фасадах.